Сегодня я купил торт торговой марки «Сумская поляница», то бишь «Сумская поляница». Торт называется «Идеал». Это значит, что он идеальный, скорее всего. Смотрим состав. Молоко сгущенное, вареное, масло, сметана, цукор, борошно, яйца. Ну, понятно. Стандартный набор. Ароматизатор ваниль. Офигеть. Мистить алкоголь. Мистить алкоголь торт. Сделано в Украине. Куплено тоже в Украине. Цена около 200 гривен. Это где-то около 8 долларов. За килограмм не знаю сколько. Открываем. О! Красавец какой он. Да. Для пробы маленький кусочек отрезаем. Ну, я вам скажу, аппетитно выглядит. Что так, что так. Пробуем. Да, шикарно.